Всем наигроманнейший привет, и вы на канале Супер Гекты. На улице лето, и самое время задуматься о чем-то природном и чистом. И сегодня я вам хочу показать косметику Green Mama. И она приехала ко мне с сайта Green Mama. И между прочим, если вы тоже там хотите заказать косметику, то у меня для вас есть скидка 10%. Вы ее получите именно по купону. А код купона — это Гекта Супер. Естественно, я внизу напишу, не переживайте. Также будут другие ссылки на тот же сайт и так далее. Ладно, поехали. Привезли мне вкусняхи вот в такой вот коробке. Видите, здесь написано Green Mama. И также здесь все было достаточно хорошо упаковано. Она, видите, небольшого размера, хотя позиций здесь много. Ну, относительно, конечно. Вот. И они все просто достаточно хорошо были утрамбованы, что ничто не шаталось и было хорошо уложено. Также некоторые позиции здесь лежали в целлофановых пакетах, но это на случай, если прольется. Ну, понимаете, да? Но, к счастью, ничего не пролилось, все замечательно, все супер. Давайте приступим к обзору того, что ко мне приехало. Вообще, я очень-очень рада этой косметике, потому что она, конечно, не является 100% натуральной, это нормально, поскольку она консервируется, ну, то есть парабены, да, которые там содержатся, они консервируются косметику, иначе, вот представьте, как может долго держаться что-то воистину натуральное. Естественно, оно портится быстро. Это понятно. Давайте начнем, допустим, вот с такого вот спрея, ибо я уже его потестировала, познакомилась с ним, и он мне понравился. Понравился по действию. Итак, формула Таге, регенератор, лосьон для сухих и тонких волос, гречиха и малина. И давайте прочтем состав. Вода, глицерин, экстракт гречихи, экстракт малины, экстракт череды, экстракт мяты, экстракт алтея и так далее. То есть, понимаете, да, здесь есть пэк, но они где-то там в конце. И, как говорится, это вообще ничего плохого вам не принесет, это уж точно. Так, ну давайте о целебных свойствах этого продукта. И первое, чего мне хотелось бы начать, это с аромата. Я как человек, который тонко относится к этому моменту, безусловно, не могу оставить это без внимания. Аромат, вы знаете, он мне здесь не понравился. Несмотря на то, что это гречиха и малина, скорее всего, здесь все-таки слышна именно гречиха. Но это ничего страшного, поскольку по действию этот лосьон просто потрясающий. Давайте же об этом и поговорим. Знаете, я помыла голову, не использовав при этом после никакой ни бальзам, ни кондиционер, ничего, и нанесла на мокрые волосы этот лосьон. И эффект мне понравился сразу. Волосы, как будто бы, знаете, стали толще внешне, то есть реально стали такими густыми, ухоженными, появился такой блеск красивый. И что хочу отметить, это для меня вообще очень важно, это то, что после сна, на следующий день, когда, на следующее утро, да, когда я проснулась, я стала расчесывать волосы, и они легко расчесались, понимаете? А если у меня волосы спутанные с утра, то это значит, средства, которыми я пользовалась, не годны. Вот, это большой плюс. Данным спреем можно пользоваться в течение дня. То есть это не указано, что обязательно вот после того, как вы помыли голову, набрызгайте. Нет, ничего подобного. Просто можете вообще в любое время. Вот я решила на мокрое, потом на следующий день я все равно еще побрызгала, потому что мне просто понравилось, что данный регенератор, лосьон очень хорошо влияет на волосы. И, собственно говоря, да, тут же просто, знаете, они оживают еще больше, блеск еще больше. Но это фантастика, настолько мне понравилось. Сейчас вот видите мои волосы, это я не мою уже третий день голову, а у меня на третий день обычно волосы начинают уже жирниться и грязниться и выглядят не очень. Тут же смотрите, абсолютно свежие волосы, как будто бы я их помыла вчера, да, вот так. Здесь очень хороший объем, 250 миллилитров. Спрей грамотно разбрызгивает. Как закончится, не знаю, когда это будет, наверное, куплю еще. Вот, будем изучать дальше, и поподробнее будет уже в пустых баночках. И следующую продукцию, которую вам покажу, она тоже для волос. Вот такая парочка симпатичная. Да, красивый цвет, не правда ли? Это шампунь биоламинация от секущихся волос с морскими водорослями. И, соответственно, бальзам-кондиционер. Ну, выбрала сразу пару, потому что так лучше будет для волос. И судя по спрею, наверное, они тоже будут в восторге от этих средств. Серия «Морской сад». Ну что ж, давайте начнем с шампуня, это логично. Послушаем вначале аромат. Я думаю, он такой будет морской. Ну, он морской, но, знаете, вот больше, наверное, аромат уходит в водоросли. Это не слишком, прям скажем, приятный. Ну да, знаете, такими сладковатыми водорослями пахнет. Я так могу описать.
Ну, о чем тут можно говорить пока что, да? Все-таки это надо наносить на волосы, распределять. Аромат может раскрыться совершенно по-другому в ванной комнате. И также мне интересен эффект, но об этом мы узнаем позже. А может, кто-то уже пользовался, а? Пишите, мне будет интересно почитать, и другим девочкам тоже. И самое главное, что этот шампунь обещает нам бороться с секущимися кончиками. То есть, значит, будет, по идее, спаивать их, и это хорошо. Ну и, собственно говоря, бальзам-кондиционер тоже давайте все-таки попробуем послушать. Аромат, кстати говоря, и там, и тут такой вот ограничитель с маленькой дырочкой, очень маленькой, не знаю, как это будет работать именно в применении, но думаю, что неплохо. А вот тут аромат вообще шикарный, прям сразу ощущаю такой красивый свежий морской бриз. Вот это да, неважно вообще, как пахнет шампунь, потому что все равно потом будет наноситься бальзам-кондиционер, а он пахнет просто на миллион. И опять же, да, тема волос, ну, люблю я за ними ухаживать, это комплексный уход за волосами. Восстановит красоту ваших волос. Здесь в комплекте масло и маска по 15 мл. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Значит, вот открываем, здесь лежат два небольших тюбика. Вынимаем оба. И перед вами вот такие две малюточки. Итак, значит, восстанавливающее горячее масло для сухих и ломких волос и интенсивная горячая, опять же, маска для поврежденных волос, масло пшеничных зародышей и облепиха. А здесь береза вместо облепихи, вот так, вот вся разница. Сейчас вам расскажу, как этим пользоваться. А пользоваться этим комплектом надо так. Ну, либо масло, либо маску, да, используйте. Значит, для начала надо подогреть тюбик, затем нанести на волосы и подержать 5 минут. То есть всего лишь 5 минут, потом смыть. Ну, а для более эффективного воздействия вам понадобится обернуть голову пленкой или полотенцем, естественно, с маслом или маской, и подержать час, потом смыть. Вот. Ну, видите, два способа, полярно разных, но тем не менее, в общем, я попробую, наверное, оба или один. Не знаю пока что, но это достаточно интересное развлечение для волос и полезное, конечно же, и природное, и это прекрасно. Ну, а мы идем далее. И следующее, что я вам хочу показать, это вот такой тюбик, похож на средства для интимной гигиены, да, обычно они как-то так и выглядят, но это у нас молочко увлажняющее для тела, его, кстати, я тоже уже попробовала, формула тайги, череда и масло облепихи. Здесь 300 мл, как видите, здесь присутствует дозатор, я его открыла, то есть он был закрыт, все было хорошо, не переживайте, он не был таким открытым, когда приехал. Так вот, теперь давайте же о действии данного молочка. И я скажу, что оно мне тоже очень понравилось. Вначале я его не поняла. Знаете, как только его выдавливаете, здесь, кстати, текстура такая хорошая, плотная. А я распределила по руке, распределилось очень легко, но тут же все впиталось. И я подумала, блин, что-то как-то не очень. Если оно сейчас все впиталось, наверное, сейчас кожа еще потребует, да, чтобы я нанесла. Но ничего подобного не произошло. Нет, 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 ни в коем случае. Кожа стала чувствовать себя напитанной, не потребовала у меня еще. Но кроме этого, опять же, сделаем аспект на аромате. Аромат здесь невероятно природный, по-красивому природный. То есть, действительно, здесь вот написано, да, череда. Пахнет чередой, причем так ласково, красиво, приятно. Ну, в общем, я осталась в полнейшем восторге. И, кстати, хочу отметить, что после нанесения, там, минут через 5-7, кожа как-то, вот знаете, начала себя чувствовать какой-то вот отдохнувшей. Вот действительно на природе. Так что я однозначно вам могу рекомендовать данное молочко, это точно. Давайте я вам чуть поближе покажу. Вот такой дизайн. Кстати, мне нравится картинка, такая миленькая. Да, у них лаконичный дизайн упаковок, но это очень даже подходит данной косметике. Но я не позабыла и об уходе за лицом, за кожей лица. И перво-наперво очень-очень я давно хотела приобрести салфетки для снятия макияжа, но как-то вот проходила мимо, и в этот раз думаю, ну надо взять. Салфетки для снятия макияжа с мицеллярной водой, серия Green Nova. Так, они выглядят, их я еще не пробовала, но думаю, что они будут неплохо справляться со своей задачей. Очень пригодятся такие вещи, допустим, в дороге. Вот, так что круто. И сразу перейдем вот к такому вот тюбику с красивым розовым цветочком. Ночной крем для лица, чистая кожа. Здесь пион и чага содержит чистое масло, карите. Но, наверное, это тот продукт, который мне не понравился. И он единственный. А здесь зафольгировано, вот видите, все закрыто, никто точно не пользовался. Ну, я уже открывала, просто оставила, чтобы вам показать. И давайте, в принципе, вместе
С вами сейчас оценим текстуру этого крема для лица. Она, ну, в принципе, плотная. Пахнет, ну, пионом не пахнет, но пахнет как-то так вот по-природному, какой-то травкой. Даже, я бы сказала, соломой, знаете, такой соломенный аромат. Он мне лично нравится, природный, хороший. Вот нанесла на кожу, и все так прям, знаете, хорошо впиталось, и при этом даже кожа такая жирненькая на ощупь, вроде ничего. Да, вот это его хитрость. То же самое, что и с вот этим, да, который я вам говорила, череда и облепиха. Да, здесь то же самое. Впитывается и все, пропадает, но он питает. А тут он впитался, и я его уже не чувствую. У меня как бы жажда у кожи, она еще хочет попить, ей мало этой влаги. То есть для ночного, мне кажется, он слишком исчезающий, так сказать, впитывающийся в кожу, в общем-то. Поэтому вот этот крем мне не понравился, чисто вот, ну, мне не подошел под мою кожу, моя кожа его съела, и все. Ей не хватило, точно, она требовала еще у меня. Но это возможно только мне, не исключая, что кому-то данный крем подойдет, между прочим. Ну и последнее, это вот такой вот тоник. Этот тоник на самом деле популярный, и многие предпочитают его брать. Я не исключение, я пользуюсь им не первый раз, но похоже, что с ним произошел рестайлинг, потому как раньше была упаковка прозрачная. Вот, а сейчас она вот такого цвета. В принципе, мне дизайн, наверное, раньше больше нравился, потому что сейчас он какой-то уж совсем на вид одеколонистый, что ли. В общем, матирующий тоник для лица от расширенных пор и черных точек. Морской сад, то есть серия. Вот. Тоник очень хороший, он действительно, ну, я пользовалась, знаю, поэтому рассказываю уже по опыту. Действительно, знаете, сужает поры, ну и, соответственно, черных точек становится меньше. Да, он хороший, освежает. Кожу лица очень так приятно освежает и потрясающе имеет тоже аромат такой морской, сладкоморской такой прям. Ой, я кайфую от этого аромата. Даже из бутылька его не так понять, как если на лицо наносишь, и прям такой кайф. Ну вот реально, вы знаете, чувствуешь, что пользуешься натуральной косметикой. И меня это невероятно вдохновляет. А как это хорошо летом, правда? Поэтому, конечно же, тоже покупайте, заказывайте. Тем более у вас от меня теперь есть скидочка. А цена, кстати говоря, бюджетная у этих средств, что характерно. Поэтому дерзайте. Ладно, на этом мой ролик заканчивается. Я надеюсь, он был для вас полезен и, конечно же, интересен. Если это так, то обязательно лайкайте, подписывайтесь. И до встречи в следующих роликах. Всех люблю, целую. Пока-пока. I'm not afraid to